начинает очередной репортаж, прямой репортаж из Вены, из дворца спорта Штатхалле 60-го чемпионата мира по хоккею. Через несколько минут на лед дворца спорта Штатхалле выйдут сборные России и Канады. Россияне сегодня проводят предпоследний матч группового турнира чемпионата мира. Канадцы всегда интересны, в каком бы составе ни приезжали они на мировой чемпионат. И достаточно сказать, что сборная Канады 20 раз выигрывала чемпионаты мира. 9 раз становилась серебряным призером и 9 раз бронзовым. Первый чемпионат мира, который был проведен в 1920 году в Антверпене в рамках турнира Зимней Олимпиады, выиграли как раз канадцы. Тогда они одержали 3 победы, забросив в 3 матчах 29 шайб в ворота соперников, пропустив свои всего лишь 1 шайбу. 5 следующих чемпионатов мира также выиграла канадская сборная. И затем в 30-е, 40-е, 50-е годы канадцы задавали тон на мировых чемпионатах. К 61-му году 19 раз сборная Канады выиграла титул чемпионов мира. Но следующего успеха пришлось ждать довольно долго, 33 года. До тех пор, пока в 94-м году блестящая канадская команда, где играли многие звезды, выиграла в 20-й раз мировое первенство. Всегда встреча сборных Канады и нашей страны носили принципиальный характер. И кто знает, возможно, когда-нибудь, через много лет, для игроков, которые в нынешнем году принимают участие в чемпионате мира, для наших игроков, матч с канадцами, вот этот, запомнится так же, как запомнился матч чемпионата мира 67-го года с канадцами нашему выдающемуся хоккеисту Анатолию Фирсову. Тогда, почти 30 лет назад, вот так же в Вене встретились сборные нашей страны и Канады. И очень сильна была тогда канадская команда. За нее играли такие выдающиеся мастера, как Карл Бревер, Джек Боунес. И в решающем матче наша сборная одержала победу 2-1. Победную шайбу забросил как раз Анатолий Фирсов. Наши стали чемпионами мира, канадцы заняли 3-е место. И именно тот год, тот сезон, тот чемпионат мира Анатолий Фирсов, наш выдающийся хоккеист, считает лучшим в своей карьере. Ну, может быть, еще раз скажу, и вот этот матч с канадцами для кого-то из наших игроков станет лучшим. Может быть, они будут через много лет вспоминать именно эту встречу как самую важную в своей жизни, самую запоминающуюся. Итак, канадцы появились на льду. Вот посмотрите состав канадской сборной. Ну, а тем временем на лед выходит хоккеисты сборной России. В красной форме российская команда, белая канадская. У нас, сразу скажу, изменений в составе практически нет по сравнению с предыдущими матчами. По-прежнему в заявке сборной России 22 игрока. И ждут наши тренеры Олега Твердовского. Сегодня ночью хоккеисты Виннипег Джетс, команду, за которую выступает Твердовский, проводят 5-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли с Детройт Ред Уинс. И если Детройт выиграет, Олег Твердовский освободится, сразу же прилетит сюда, в Вену, и примет участие в последнем матче группового турнира, который наша команда проводит послезавтра с хоккеистами Австрии. Ну и должен сказать, что все переговоры о приезде наших игроков сюда ведет очень известный человек в мире хоккея Сергей Левин. Вчера в прямом эфире общественного российского телевидения вместе с Владимиром Писаревским он комментировал матч сборных России и США. И удобная возможность, пока игра не началась, поговорить об этом матче сборных России и США в нашей комментаторской кабине. Наверное, уже телезрители к этому привыкли. Прекрасный в прошлом хоккеист Федор Канарейкин. Федор, трудная победа вчера была над американской сборной одержана. 3-1, на ваш взгляд, что получилось, что не получилось в игре нашей команды накануне? Здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать, команда выполнила свою задачу, поставленную перед ней. Мы одержали 3-ю победу подряд. Это главное. Чисто в зрелищном отношении, может быть, матч смотрелся не на все 100%, скажем так. Мы 2 раза реализовали большинство. Это радует. Но, Федор, извините, я вас перебью, пропустили шайбу в большинстве тоже? Да, тоже в большинстве пропустили. И это беспокоит? Да, это неприятный момент, конечно, в большинстве пропускать шайбу. И 3-ю шайбу команда забросила в пустые ворота.
Что еще, да, что еще радует, это две шайбы забросило третье звено, Николишин и Аксюта. Ну, Федор, у меня сложилось впечатление по ходу матча, что наша команда, в принципе, может прибавить еще по ходу турнира, и в некоторых эпизодах чувствовалось превосходство в классе нашей команды над соперниками. Как вы считаете? Я считаю, команда прибавляет и прибавит еще. Все мы надеемся, что она подойдет в оптимальном варианте к финальной части чемпионата. Итак, вратарь сборной России сегодня в воротах. Наша команда Михаил Штоленков. Это единственное изменение по сравнению со вчерашней встречей с командой США. У нас встречу начали 4-й номер Житник, 32-й Миронов в обороне, 25-й Козлов, 19-й Яшин, капитан команды, 24-й Карпов в нападении. Канадская команда в атаке. И это бросал по воротам, пытался. 10-й номер Мэй. Сейчас звено в таком составе. 10-й Мэй, 16-й Бушбергер, 19-й Матсон. В обороне 3-й Боджер, 33-й Гелли. В атаке наше первое звено Карпов. Яшин. Гелли. Хорошо сыграл Карпов, бросок по воротам, опасный бросок. И продолжается атака. Вновь Карпов бросает. И смена составов. У нас появляется 8-й номер Скопинцев, 11-й Каспарайтис. А это Брылин атаковал. 28-й Березин, 21-й Брылин, 18-й Квартальнов. В канадской команде на льду 22-й номер Ричардсон, 25-й Сайдор. Кстати, сказать, чемпионы мира 94-го года. В составе канадской сборной 37-й МакЭмонд, 46-й Жампе, 11-й Фризен в нападении у канадской команды. Скопинцев. Защитник Уэсли. Я назвал вратаря сборной России Михаил Штоленков, а вратарь канадской команды Куртис Джозеф, известный голкипер, играл в свое время в клубе Сент-Луис, ну а сейчас в Эдмонтон Ойлерс. Минута 41 секунда сыграна в первом периоде, пока 0-0, и у нас появляются хоккеисты третьего звена, звено Николишина, 29-й Потайчук, 10-й Николишин, 22-й Аксюта. Это Андрей Николишин на ваших экранах, который вчера забросил шайбу в ворота американской сборной. В обороне второй номер Ерофеев, 6-й Фокин. Ричардсон. Звено Перро у канадцев. 32-й Томас. Капитан команды 44-й Перро, 43-й Доу. Ну вот, Федор, канадская команда проводит на турнире, так как и наша сборная, 4-й матч. Но каждый матч канадцы начинали довольно спокойно. Мы привыкли к такому типично канадскому началу, силовому, очень напористому. А здесь канадцы довольно, так сказать, неспешно начинают встречи. На вас, как, с чем это связано? Ну, во-первых, они имеют 3 очка в активе после 3 побед. Мне кажется, канадцы с уважением к нашей команде начали игру. Даже, я бы сказал, с опаской. 2 минуты. За задержку соперника клюшкой. Удаление в составе канадской сборной. Капитан команды Стив Томас. Опытнейший хоккеист, сыгравший 748 матчей в составе Национальной хоккейной лиги за различные команды. Он выступал за Торонто, за Чикаго, за Нью-Йорк Айлендерс. А теперь играет за Нью-Джерси Девилс. Так как Сергей Брылин. Так, численное преимущество у нашей команды. И на реализацию вышло первое звено, звено Яшина. Кстати, должен вам сказать, что на этом чемпионате из 95 заброшенных пока шайб 32 команды провели в большинстве. То есть треть. Очень высокий, как мне кажется, процент реализации численного преимущества. Наши 5 шайб забросили в большинстве, даже как канадцы. Ну а по этому показателю впереди
итальянская команда. 6 шайб забросили итальянцы в большинстве. Карпов. Все ли здоровы в нашей сборной? Нет ли больных, травмированных? Нет, на сегодняшний день проблем нет в команде со здоровьем. Так, мелкие травмы, но ничего серьезного. Тьфу-тьфу. Это вот Виталий Карамнов проходил с воротом. Кстати, вот вчера, вы помните эпизод, когда Карамнова сбили? Да, и был назначен штрафной бросок. К сожалению, он его не реализовал. У нас четвертое звено. Наконец-то вчера хоккеисты этого звена забросили первую шайбу в матче с американской сборной. Александр Прокопьев. И он сейчас вместе с Воробьевым и Карамновым играет. А в обороне у нас Каспарайчик и Скопинцев. Еще минуту. Да, минуту. Наша команда будет в большинстве. Тем временем скорее бросок, угол. Федор, что ж такое? Второй матч мы пропускаем в большинстве шайбов в свои ворота в начале встречи. Пол Кария, один из самых талантливых молодых канадских хоккеистов. Участник двух чемпионатов мира, участник Олимпийского турнира 94 года. Неудобные руки, бросок не сильный, но очень коварный. Что ж наши защитники так сыграли? Вы знаете, это прокомментировать. В общем-то, конечно, защитники нашей команды упустили. Дали возможность нападающему пройти и бросить. Небрежно сыграли. Но повторяется ситуация, которая была во вчерашнем матче. В начале встречи наша сборная, имея численное преимущество, пропускает шайбу. Ну и еще 40 секунд до выхода Томаса. 0-1 сборная России проигрывает и атакует. И у нас звено Брылина. Вот Брылин с шайбой. Квартальнов. Шайбу, кричат наши болельщики. Тут подъехала группа наших поклонников, прежде всего фанаты московского «Динамо». И вообще довольно много зрителей. Да, сегодня почти битком забит стадион. Ну вот, пару часов назад закончился матч сборных Австрии и Германии. Очень важный матч для обеих команд, для распределения мест в группе. Сборная Германии выиграла 3-0. И матч ознаменовался колоссальным количеством штрафного времени. 106 минут набрали команды в сумме и грандиозную драку устроили в начале третьего периода. Но у немцев теперь 4 очка, у австрийцев по-прежнему 2. И вот на этом матче 9300 зрителей побывало. То есть заполнен был дворец спорта в Штатхалле. Ну сейчас тысяч, наверное, 7-8, как мне кажется, если не больше. Томас. Житник. Вот на ваш взгляд, все-таки кто-то в команде Канады выделяется? Ну, знаете, я бы не сказал, что команда Канады имеет каких-то ярких звезд. Да, хотя здесь 6 чемпионов мира 94 года, но... Откровенно говоря, не самые сильные игроки сюда приехали. Но вот Пол Кария очень неплохо смотрится, по-моему. А это нападающий Джон Фе, так же как Кария из Анахайма. И вбрасывание. 6 минут 3 секунды сыграно в первом периоде. 1-0. Сборная Канады выигрывает. Может, эта мелодия подбодрит наших хоккеистов? Да, мы надеемся на это.
главный тренер канадской команды Том Ренни, который довольно многого добился, работая с канадской сборной. И в прошлом году бронзовые медали канадцы получили на чемпионате мира и в Лиллехаммере заняли второе место. А помогает ему Майк Джонсон, наставник молодежной сборной Канады, которая выиграла чемпионат мира. Хорошо вошли наши в зону. Острый момент. Это Яшин там был. Владимир Васильев, главный тренер российской команды. Геннадий Цыгуров рядом. И Виктор Васильевич Тихонов здесь очень много помогает нашей сборной, консультант. Вообще пользуется колоссальным здесь уважением Виктор Васильевич. Постоянное интервью, постоянные автографы, очень тепло его принимают зарубежные журналисты. И, кстати, напомню, 8 раз Виктор Васильевич Тихонов, работая главным тренером сборной нашей страны, приводил ее к победам на чемпионатах мира. Прокопьев. Мэй. И Бушбергер там ведет борьбу с Прокопьевым. Фокин. Мощно атаковал, как защитник. Нет, это Воробьев был. Владимир Воробьев. Вороброс. Федор, ну вот 7 минут позади. Ваш комментарий короткий. Как играет наша команда, на ваш взгляд? Ну, я сказал в начале репортажа. Канадцы вышли, в общем-то, на площадку с уважением к нашей сборной. Но вот эта вот шайба, забитая в меньшинстве, она вдохновила, вселила уверенность в них. И игра потихоньку выровнялась. Сейчас они поувереннее стали играть. Репортаже мы с Владимиром Юрзиновым обращали внимание, как тщательно хоккеисты готовятся к вбрасыванию. Очень важный компонент. Проиграв вбрасывание, ты сразу отдаешь инициативу в руки соперника, конечно. Поэтому надо быть во всеоружии готовым к нему. Житник. Житник прекрасно отыграл с американцами. Вообще наши тренеры до начала чемпионата сетовали, что проблемы некоторые с защитниками. Но вот на этом турнире наша команда пропустила пока меньше всех шайб, всего 4. И, конечно, очень помог приезд Каспарайтиса, Миронова и Житника. Ну и другие защитники стараются от них не отставать, конечно. Но в игре против американцев, конечно, эти трое задавали тон в обороне. Они были ведущими у нас. Вбрасывание в зоне канадской команды. 8 минут и 2 секунды сыграно в первом периоде. Такая любопытная деталь. Вот уже 5-й чемпионат мира проводится по этой формуле. Когда играют в двух группах по 6 команд, потом четвертьфиналы, полуфиналы, финал. И вот на всех чемпионатах мира мы играем в одной группе с канадцами. В 92-м году выиграли 6-4. В 93-м-94-м проиграли 1-3. В прошлом году выиграли 5-4. Но вот в следующем году уже обнародованы итоги жеребьевки. В разных группах выступят сборные России и Канады. И вообще турнир в следующем году, а чемпионат состоится в Финляндии, совершенно по другой формуле пройдет. Это Потайчук атаковал. Николишин. 25-й номер защитник Сайдор. Так вот, в следующем году тоже будет две группы по 6 команд, но в следующую группу выйдут по 3 сборные.
общем, команда одной группы будут встречаться только с командами другой подгруппы. И вот по итогам этого еще одного группового турнира определятся две сильнейших сборные, которые разыграют золотые медали. Но это, наверное, более справедливая формула, чем нынешняя. Но нынешняя это для зрителей, собственно, создана, чтобы подогреть интерес в хоккее. Дюшен. Какой пас! Опять Корея выходит с ворота. И опять такой же момент, посмотрите. Посмотрите, опять наш защитник с опозданием возвращается, Андрюша Скопинцев. И никто его не подстраховал. Да. Два острейших момента у наших ворот в первом периоде. Очень внимательно нужно, конечно, скорее действовать. Не столько противник создает моменты, сколько мы сами их создаем для себя. Вот так начиналась эта атака, смотрите. Вот пас, великолепный пас на свободное место. И Корея на всех парах буквально мчится. Вообще вот мы с Владимиром Владимировичем Юрзиновым, когда смотрели матч сборной Германии и Канады, он сказал, что Корея вообще по манере похож даже на наших игроков, такой умелец настоящий, техничный, быстрый, скоростной, как и Том Ренни. Это неудачная шайба попала в конек Житнику. И в атаке канадцы первое звено Мэй. Кстати, Мэй и Житник вместе играют в одной команде в Buffalo Sabres. Воробьев. По-моему, постепенно находит игру. Вот это наше четвертое звено. Да, последний матч как раз подтверждение этому. Хочется надеяться, что они поддержат два первых звена. Карамнов сделал передачу туда на пятачок. Вообще, я помню Виталия Карамнова, как он играл в Ярославской еще «Торпедо», потом за «Московский Динамо», что какими-то нестандартными ходами отличался этот хоккеист. Очень самоотверженно играет на чемпионате Карамнов. И по движению выделяется. Но вот я смотрю, по первым минутам канадцы очень быстро стараются центральную зону проходить. Удаление. Номер Гэри Гэлли. Который сыграл очень много матчей в Национальной хоккейной лиге. 817 встреч за разные команды. Лос-Анджелес, Вашингтон, Бостон и теперь в Буффало. Ну, надо забивать. Да, неплохо бы забить. Самое пока результативное на этом чемпионате у нас второе звено, звено Брылина. Березин, Брылин и Квартально. Вот именно оно сейчас на площадке. Ну, каждый из нападающих по шайбе забросил. Еще две минуты. Еще одно удаление, но уже у нас. Да, у нас. Да, направо. Поднятая клюшка. Ну, вот, сейчас будет повтор, мы, наверное, посмотрим, что здесь было. Березин. Вот смотрим повтор. Вообще судейство здесь довольно жесткое. Да. В общем-то неоправданное удаление, знаете. Да, обидно. Прошло только 10 секунд. А перед воротами тут надо повнимательнее нашим. Ферраро и Кория. У канадцев и в обороне Ричардсон и Сайдер. А у нас
А у нас Николишин, по-моему, Потайчук, Каспарайчук и Скобинцев. Ну вот такие жаркие объятия Дариус Каспарайтис и Рэй Феррара. Каспарайтису дали прозвище в НХЛ. Каспер – недружелюбное привидение. Он так внезапно возникает перед нападающими соперника и проводит такие силовые приемы, что вот так его окрестили. В общем, по натуре Дариус очень такой веселый, раскрепощенный молодой человек. Николишин. Ну, а 2 минуты канадцам. Итак, удаление в составе канадской сборной за задержку клюшкой. Вот сейчас компанию. 46 секунд будем играть 4 в 3. Достаточно время, чтобы компанию Келли составит Доу. 4 на 3. Короткое совещание устроили наши хоккеисты. Воробьев, Карамнов, Житник и Миронов. Назвал защитника с очень мощными бросками сейчас. Да, большой резерв это у нас. Еще не использовали весь капитал свой. Особенно Миронов с таким броском. Вот сладкая парочка Доу и Келли. Житник. Житник часто в атаке подключается. Вообще атакующего плана защитник. Ох, какой блестящий бросок. Один-один. Алексей Житник. Мы сказали, что у него отличный бросок. Убойный просто силы. Вот сейчас. И там очень хорошо, по-моему, сыграл перед воротами Карамнов. Он закрыл видимость голкиперу. Курдису Джозефу. Да, молодец, не побоялся, пошел на горячую точку. Прорвал Алексей Житник. Всего 15 секунд потребовалось сборной России, чтобы сравнять счет. 15 секунд игры в большинстве. А вы знаете, а с большинством у нас с реализацией все лучше и лучше. Да, 6 шайб, это 6-я шайба. Причем, что интересно, Ерофеев забил в большинстве, если мне не изменяет память. Скобинцев, так что защитники в большинстве наши хорошо играют. Правда, и пропускаем в большинстве. Да, вот, к сожалению, да. Ну, по 4 полевых игрока в каждой команде. И через 35 секунд появится Сергей Березин у нас. 1-1 за 7 минут до конца первого периода. Яшин. Яшин и Козлов. Все-таки не знаю, согласитесь со мной или нет, но Козлов пока не полностью себя реализовал на этом чемпионате. Мне так кажется. Да не только он, есть, конечно. Вот 2 минуты опять. Но все правильно. Итак, подножка. И нападающий... нет, защитник Ричардсон. Так, ну что-то много штрафов у канадцев в первом периоде. Игра не грубая, но
Грязноватая. Грязноватая, да. А у нас... Знаете, может быть, и не грязноватая, даже от... не назовешь ее. В общем-то, да, это сейчас был неправильный прием. На бедро поймали. 5 полевых игроков, а у канадцев трое. И в течение 22 минуты и 3 секунд сборная России будет играть пятером против 3 канадских хоккеистов. И у нас вышло звено Брылина. Не знаю, слышите ли зрители или нет, шайбу, все активнее наши болельщики скандируют. Но посмотрим, удастся ли использовать численное преимущество Миронов. И опять Миронов-Житник сейчас в обороне у нас. Вот Житник. И как борется с ним защитник Майер из Саппоры, одноклубник Александра Баркова, который был кандидатом в сборную. Миронов. Ох, оставили там у ворот Квартального, едва он не переправил шайбу в сетку. Квартально вновь. Ну, вышел четвертый хоккеист в составе канадской сборной «Житник». Это бросков. Не очень много, но бросков по воротам, и Джозеф ловит шайбу. Андрей Николишин и Гарри Гелли. Мне очень нравится манера игры Андрея Николишина. Настоящий боец на льду. Очень такой команды по-настоящему игрок. Да, может быть, не такой броский, но и очень работоспособный хоккеист. Становился чемпионом мира в составе нашей команды в 93-м году. Андрей Николишин. А это Борис Миронов. У нас вышли Ерофеев и Фокин. Дмитрий Ерофеев. Вообще, Петр, вам должно быть, наверное, приятно, что в нынешней сборной 3 хоккеиста, которые выступали за Крылья Советов, и сейчас выступают Ерофеев, Копинцев играл и Потайчук. Да, конечно. Вот Диме Ерофееву все-таки надо в уверенности прибавить немножко. Играет неплохо, играет хорошо, но поувереннее бы надо выглядеть. По борту пробросить шайбу канадцам. Ну и наши тут тоже не очень как-то уверенно действуют. Заканчивается время, еще 20 секунд. Сборная России будет иметь численное преимущество. Штрафное время заканчивается у Ричардсона. Он уже встал, он уже готов выйти на лед. Не сидится ему. Ерофеев. Роман Аксюта. Итак, 1-1. За 4,5 минуты до окончания первого периода. Ну, пока пауза, я два слова скажу о статистике. Самая корректная команда пока сборной Норвегии, 28 минут штрафа. У наших 48, это 8-й результат. Самые грубые австрийцы, 103 минуты. Но из этих 103 минут австрийцы сегодня получили в матче с командой Германии довольно много. Штрафа 77 минут. В списке бомбардиров, наверное, это интересно нашим любителям спорта,
Лидируют, как это ни странно, может показаться на первый взгляд, итальянцы. И в частности Бруно Кзарилло 6 очков набрал, 4 плюс 2. Далее Трэвис Грин, канадец, участник сегодняшнего матча, который совершенно пока не заметен, но на всякий случай скажу, по 39-м номером он играет. 4 шайбы забросил, причем все в большинстве. Далее Кристофер Сенсел США, 3 плюс 1, 4 очка тоже. Кай Нурминен из команды Финляндии, тоже 4 очка. А наша команда забрала вторую шайбу. Прокопьев. Вторая шайба Александра Прокопьева на этом чемпионате мира. Пошел на обострение, на добивание. Посмотрите, молодец Прокопьев. В таком чисто канадском стиле. Да, два раза добивал. Итак, за 3 минуты и 50 секунд до окончания первого периода сборная России вышла вперед. Вот интересно складывается спортивная судьба, ведь Прокопьев и Скопинцев начинали в «Электростале». Потом их дороги разошлись, Скопинцев в «Крылья Совет» подправился, Прокопьев в «Динамо». И вот теперь вновь встретились в сборной. Ну а вместе с Прокопьевым и Скопинцевым играли за «Кристалл» Алексей Кудашов, который сейчас в «Дюссельдорфе» стал чемпионом Германии. Сидляров, который в «Кристалле» остался, очень тоже способный хоккеист. Ну а вот так и наше первое звено. Миронов, такой изящный пас на Козлова. Может быть, даже это был и лишний пас последний. Не знаю, Федор, канадцы все-таки не похожи на себя на этом чемпионате. Какие-то ватные они. Да и результат говорит, в общем-то, сам за себя. Проиграть 1-5 немецкой сборной для канадцев — это, конечно, большой удар по их самолюбию. Ричардсон. 44-й номер Перро. Там в углу площадки с Перро хорошо борется Каспарайтис. Но шайба остается у канадцев. Вновь Перро и Каспарайтис. Березин. А может быть, стоило передачу сделать, нет? Ну, в общем-то, 2-1, да. На Квартального туда, на дальнюю штангу. Вы знаете, наши запутывают перемещениями канадцев. Да, у тех просто глаза разбегаются. Добавляет наша сборная, и сразу мы получаем много шансов для реализации момента. Смотрите, выхода 2-1, 3-2 следует. Минута и 34 секунды до окончания первого периода. Кто-то из наших хоккеистов получает 2 минуты. Да, кстати, вот главный судья, я забыл просто представить бригаду, Марко Липаус из Финляндии. Обслужил уже на этом чемпионате 2 матча, в том числе встречу Канада-Словакия. Ему помогают Альф Андерсон из Норвегии и Ульф Ронмарк из Швеции. По-моему, вот эта бригада Андерсон и Ронмарк просто привязаны к нашей команде. 3-й матч они обслуживают с участием сборной России. Квартально. Да, вот. На исходе первого периода наша команда остается вчетвером. Ну, важно не пропустить сейчас. У нас Николишин, Потайчук, Ерофеев и Фокин.
20 номер Рэй Ферраро. Итак, последняя минута периода пошла. Я напомню, что счет открыли канадцы. Вот как раз таки, с которой сейчас шайба был Пол Корея на 4-й минуте. Причем канадцы играли в меньшинстве. Но потом Алексей Житник сравнял счет великолепным броском. Использовал численное преимущество. И Александр Прокопьев нашу команду вывел вперед. 2-1. Ничего у канадцев не получается совершенно. Да, хорошо обороняются наши. 15 секунд еще осталось до перерыва. Ой, какой гол! Вы перед своими воротами. Вы буквально опять сами себе привезли вторую шайбу. Четвертый номер нападающий, центральный нападающий Перро. Яник Жозеф Перро, 25 лет. Играл раньше в Торонто, теперь в Лос-Анджелес Кингс. Вот Карамнов не попадает по шайбе. И Перро оказался проворным и воспользовался. Воспользовался предоставившейся ему возможностью и за 8 секунд до конца первого периода сравнил счет. Ну что ж, уважаемые любители хоккея, 2-2 после первого периода в матче сборных России и Канады. Я напомню, что наша команда пока лидер в нашей группе. И, кстати, обеспечили наши первыми среди всех сборных себе место в четвертьфинале. 6 очков. Так что уже с этим нашу команду можно поздравить. Но я думаю, наши хоккеисты не будут останавливаться на достигнутом. И сегодняшний матч, и встречу последнюю с командой Австрии проведут на хорошем уровне. И вполне возможно, мы все надеемся, займут в своей группе первое место. Итак, пока 2-2. И перерыв. Прямой репортаж из Вены, из дворца спорта Штатхалле. Без 9 минут 9 местное время. И через несколько минут начнется второй период. После первого ничья 2-2. Мы с вами смотрим наиболее интересные фрагменты первой 20 минутки. Вот так на 4-й минуте нападающий сборной Канады Пол Корея открыл счет. И это еще один проход Кореи. На этот раз шайба прошла рядом со штангой. 0-1 сборная России проигрывала до тех пор, пока Алексей Житник не сравнял счет. Наша команда играла в большинстве. Вот этот мощнейший бросок. Чуть сетку не разорвал, по-моему, Алексей Житник. Сравнял счет. И очень хорошо там сыграл, по-моему, Виталий Карамнов, который закрыл видимость вратарю канадской сборной Куртису Джозефу. И тот увидел уже шайбу в сетке ворот своих. Наша команда на этом не успокоилась. И вскоре хоккеисты сборной России вышли вперед. А это бросок Дариуса Каспарайтиса. Вот после этого броска здесь очень удачно сыграл на добивании Александр Прокопьев. Забросил свою вторую уже шайбу на турнире. 2-1. И как-то отлегло у нас от сердца. Однако на последних секундах первого периода нападающий Перро сравнивает счет. Вот не попадает здесь Карамнов по шайбе вблизи ворот. И Перро очень удачно здесь сыграл за, по-моему, 8 секунд до окончания первого периода сравнял счет. И ничего уже здесь, конечно, не мог Михаил Штоленков поделать. Но, как всегда, пингвин Булли развлекает публику. Он уже, по-моему,
все средства, которые есть в его арсенале, использовал. И на лед он постоянно падает, и о чем-то беседует с судьями, с игроками по трибунам, бегает, перемещается, флагами размахивает. Так что трудно определить вообще, за какую команду Булли болеет. Он тут с флагами разных стран был замечен. Ну вот некоторая статистика по первому периоду. В общем-то, наша команда имела определенное преимущество в первом периоде. Как вы считаете, Федор? Я вообще хочу сказать, что по сравнению со вчерашней игрой наша команда добавила в движение. Сегодня она живет, в общем-то, на поле. А совершаем ошибки. Обидные? Да, обидные ошибки. Уходим от плана на игру. Защитники вязнут впереди. Опаздывают с возвращением. Открывают свои места. И этим воспользовались игроки команды соперника, канадцы. Ну что ж, вот пока у нас еще не начался второй период. Два слова о ситуации в другой группе, в группе Б. В эти минуты во дворце спорта Альберт Шульц Айсхалле проходит встреча сборных Финляндии и Италии. 3-0 после первого периода выигрывают финны. В этой группе вообще массу сюрпризов уже преподнесла итальянская команда. Пока она лидирует в этой группе. Правда, итальянцам предстоит еще встретиться с командой Чехии. Но вот со шведами итальянцы вчера сыграли в ничью 3-3. И в числе лучших снайперов, я уже сказал, Зарилла, лучший бомбардир пока. И итальянцы чаще всех численные преимущества реализовывали. И пока вот лидеры группы Б, я думаю, что итальянцы попадут в четвертьфинал. Вот видите, как бывает. Канадская команда сама выступает неудачно. Однако сборные, тренируемые канадскими тренерами, довольно неплохо здесь выглядит. Немецкая команда, которую возглавляет Джордж Симпсон, и итальянская, которую тренирует Брайан Лефли. Ну, вообще, вот, Федор, для специалистов успех итальянской здесь сборной стал ли неожиданностью? Как вы считаете? Да вы знаете, они, итальянцы, решают уже второй чемпионат в подгруппе, выход в финальную часть. То есть они хорошо играют со своими непосредственными конкурентами. Да, обыграли французов и норвежцев. Да, они забирают свои очки, и у них не стоит перед ними сейчас проблема в последней игре, проблема выхода в финальную часть. Эта задача уже решена. Ну и финны постепенно начинают разыгрываться. Накануне финская сборная обыграла довольно легко французов 6-3. И вот сегодня 3-0 в матче с итальянцами. У финнов 14 чемпионов мира. И, кстати говоря, в воскресенье послезавтра на телеканале ОРТ большой хоккейный вечер. Во-первых, третий период встречи сборных России и Австрии. Последний матч нашей команды проведет с австрийцами, с хозяевами. А это Андрей Подойчук на ваших экранах. И потом второй-третий периоды встречи старых соперников сборных Швеции и Финляндии. Конечно, матч вызывает этот огромный интерес. Ну, начался второй период. У нас первое звено: Миронов, Житник, Козлов, Яшин и Карпов. Ну, у канадцев такой смешанный вариант. Звено во главе с центральным нападающим Бушбергером. 16 номер Келли Бушбергера. Пара защитников: 3-й Боджер, 33-й Гелли. Ожесточенная борьба у борта. И Гелли с шайбой. Боджер. Девятнадцатый номер Кэссел. Эндрю Кэссел из клуба Хартфорд Уэйлер. Одноклубник Андрея Николишина. А это Карпов. Какая была прекрасная команда несколько лет назад у нас в Челябинске. Гамаляка, Федулов, Мальцев, Астраханцев, Карпов, Варицкий. И в 93-м году стали чемпионами мира наши хоккеисты. В нашей сборной тогда было несколько хоккеистов из Трактора. Ну вот Карпов теперь играет в Анахайме. А Трактор, увы, потеряв всех своих лидеров, не лучшим образом выступил в чемпионате последнем нашем.
Ричардсон. Ричардсон и вместе с ним Уэсли играет. Брылин. Хороший пас, а? Запутали сейчас наши хоккеисты канадцев. Да и бросил хорошо, квартально. Вообще существует мнение, что Дмитрий Квартальнов не всегда помогает защитникам хорошо. Но вот он играет сейчас в Швейцарии в клубе «Амбри» под руководством Александра Якушева. И полную свободу там Александр Сергеевич предоставил Квартальнову. Тут очень много забивает, играет очень результативно. И получил даже прозвище «Волшебник атаки». Так его прозвали швейцарские журналисты. Но будем надеяться, что на этом чемпионате Квартальнов тоже еще блеснет результативностью. В свое время ведь был лучшим бомбардиром чемпионата Советского Союза еще. Побыстрее заиграли команды во втором периоде. Фокин. И вбрасывание. 3 минуты без 1 секунды сыграно во втором периоде. 2-2. Ну вообще, 44 матча сыграли сборные нашей страны и Канады в рамках чемпионатов мира. В 54-м году впервые встретились. Наши тогда одержали победу 7-2. А всего в нашей сборной 32 победы. У канадцев 8. 4 матча закончились ничью. Но в прошлом сезоне наши выиграли в группе. 5-4. Жампе атаковал. Номер 37 Маккемон. Маккемон, Жампе и Фризон. Маккемон. Ну, как я уже сказал, наша сборная досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал. И мне кажется, что вообще для всех участников четвертьфинала именно четвертьфинальный матч станет самым важным и самым сложным. Да, это будут совершенно другие игры. И как подойдет команда к ним, от этого во многом будет зависеть результат. Да, и об этом же говорил вчера Виктор Васильевич Тихонов, он тут с нашими журналистами встречался. Он говорит, что на один матч, вот таков сейчас уровень хоккея, любая команда может настроиться. Даже если она немножко, может быть, уступает сопернику в классе, один матч провести на эмоциональном подъеме может любой соперник. Козлов. Тут пора идет. Это Миронов там пошел в атаку. У нас очень интересные вратари. Совершенно разные по характеру. Немножко такой спокойный, флегматичный Михаил Штоленков и полная противоположность Андрея Трепилова. Ох, какой проход! Ох, какой проход! Карпов. Разрезал буквально оборону канадской сборной. Да, здорово сборной. Сыграл. А вы знаете, если вот игрок выигрывает единоборство один в один, сразу создается хороший момент. За счет индивидуального мастерства. Корея.
Это Дюшан. Хорошо Фокин встретил на синей линии. Сергей Фокин играет в Швеции, в клубе Фериестад, вместе с Хоканом Лоубом, очень известным шведским нападающим. Ну, Лоб уже далеко за 30, но в этом сезоне очень здорово выступил. А до этого Фокин играл в Вестеросе вместе с защитниками известными шведскими. Окерстремом, Поповичем, нападающим Юлином, который стал олимпийским чемпионом. Главный арбитр Мирко Лепаус из Финляндии. А вот проход Карпова, посмотрите. Да, остро сыграл между двух защитников, пробрался. Жалко, не завершил индивидуальный проход. Дюшен. У нас второе звено, звено Брылина. Березин. Но Березину надо привыкать вот к такой жесткой игре, которую сейчас канадцы навязывают. И, насколько я знаю, в следующем году Березин будет играть в Торонто. Блестяще он выступил за Кёльн и в этом сезоне, и в прошлом. Ну вот Сергей Левин, агент Березина, сейчас активно занимается разработкой контракта с Торонто. И будем надеяться, Сергей украсит состав Торонто. Он и без того силен состав. Там и Кларк, и Гилмор, и Гартнер, Мюллер. Известные очень хоккеисты. И вновь. Увы, да, увы. Свисток арбитра. И удаление. Квартально. Квартально вчера жаловался после игры на небольшое недомогание. Играл с температурой 37. Вот момент нарушения. Высоко поднятая клюшка. И 2 минуты надо обороняться нам. И у канадцев вот появился Трэвис Грин, 39-й номер, я уже говорил о нем. Лучший бомбардир канадской сборной и один из лучших бомбардиров турнира. 4 шайбы забросил, все 4 в большинстве. Здесь же и Пол Кария. И, по-моему, Ферраро, 20-й номер. Да, вот он с шайбой. А это Джозеф. А у нас Воробьев, Карамнов, Житник и Миронов, по-моему. Ай-яй-яй! Корея сыграл защитником и бросил остро поворотом нашим. Воробьев. Словно наши сейчас в полном составе такая идет игра. Да, уверенно контролирует шайбу. Смотрите, вчетвером атакует совершенно свободно Карамнов. Это зрители аплодируют нашим хоккеистам. Николишин появился. Но сейчас внимательно надо. Кория. Николишин и Потайчук. Ну, выше солнца взметнулась шайба просто. 45 секунд до выхода квартального. Пол Кария на вас, Катерина.
Финляндия ведет в матче 4-0. 4-0? Да, против Италии. Андрей Николишин на точке вбрасывания. Уэсли. Копинцев. Не дают наши бросать. Ну и все благополучно закончилось. Минут 8 секунд сыграно во втором периоде. 2-2. Вообще в этом сезоне сборные России и Канады встречались довольно часто. На призе «Известия» тогда, кстати, как раз была ничья 2-2. Потом наша сборная играла в турнире под названием «Северное сияние». Сыграла после этого 4 товарищеских матча с канадцами. Встречалась с канадцами на Кубке Глобина. Тогда выиграла 7-3, и хет-трик сделал Сергей Березин. В общем, одним словом, 7 встреч проведено. А это Яшин. 3 победы у наших, 3 поражения. Один матч завершился в ничью. Но составы, конечно, как вы сами понимаете, были совсем другие, чем сегодня. Перо. И там перед воротами очень активен один из канадских нападающих. Корея. Секунд до выхода квартального. Чем лучше выступает наша сборная, тем более популярными становятся наши мелодии здесь. Это приятно. В полном составе наша команда, а канадцы атакуют. Бросок еще один. Перро там не добрался до шайбы. Вот хороший пас такой. Блестящий просто. И два против одного комбинация. Очень мудро, по-моему. Слишком наши как-то перемудрили здесь. Корея. Ой, как неожиданно 10-й номер Мэй бросил поворотом. Смотрите, опять ошибка защитника. Сами создаем моменты. Сами для соперника. Канадцы очень жестко играют в нашей зоне. Борются за шайбу постоянно в каждом игровом эпизоде. Но это, собственно, стиль их. Ну, игра проходит не грубо, знаете, грубо. С каким-то уважением друг к другу. Вот Мэй и Фокин там. Ну, удастся прижать шайбу? Нет. Мэй очень настырный хоккеист, вообще очень жестко играет в составе Буффало. Очень много штрафных минут обычно набирает. Крикнули трибуны. Батайчук там, это там Березин был, и Березин вновь с шайбой. Вновь Березин. Как много в нашей сборной нынешней воспитанников Владимира Васильева. Аксюта, Березин, Смирнов, Квартальнов. Хорошая смена получилась у нас.
Сейчас бы ребятам поддержать бы эту пятерку. Итак, за опасную игру высоко поднятой клюшкой Грин удаляет. Трэвис Грин из Нью-Йорк Айлендер. 25 лет. В этом сезоне забросил 24 шайбы, сделал 45 результативных передач. По-моему, только Палки уступил по результативности игроку сборной Словакии Зигмунду Палки. Четыре минуты получил Грин. Да, 4 минуты. Вот нам сейчас не показывают, а пингвин Булли пришел сюда к нам на трибуну. Сейчас, может быть, даже к нам подойдет, мы с ним познакомимся поближе. Он здесь всем с такой горячностью жмет руки, что просто чуть руку не оторвал сейчас одному болельщику. Шалун такой, я бы сказал. Ну, а наша команда имеет численное преимущество. 11 минут 20 секунд сыграно во втором периоде и очередное вбрасывание. И вот Житник, по-моему, повреждение получил в борьбе с Грином. Вот наши тренеры на пресс-конференции обращали внимание на необычайную сплоченность нашей сборной. До игры, во время, после. Игроки подбадривают друг друга, подсказывают. И во время игры скамейка буквально живет вся. Все там, на площадке. Очень хорошая обстановка, давно такого не было. Ну, хорошо раскатились наши, войдут в зону. У нас звено Николишина. Обратите внимание на манеру игры Шталенко. Он очень часто покидает свое место и начинает сам атаки. И в этом сезоне в составе Анахайма сделал две результативных передачи. Как пора идет. Надо выбираться нашим из зоны. Поменяли состав. Прокопьев вышел. А Карамов сейчас займет место Каспарайтиса в обороне. Полторы минуты прошло. Пока момента ни одного не создали. Вот, может быть, сейчас удастся закрепиться в зоне. Воробьев сыграл со Смирновым. Воробьев, Смирнов. Это Томас бросился под шайбу, капитан команды. Смирнов ошибается. Тут вроде бы кажется много, 4 минуты для реализации большинства. Но вот уже прошло 2,5 минуты. И пока ни одного броска по воротам Джозефа. А смотри, Федор, пингвин лег на бортик. Прямо над Грином сейчас. Очень интересно. Если Грин поднимет голову, он может испугаться. Что-то, видно, хочется сказать ему. Да, наверное. Ну что, минута 2 секунды до выхода Грина. И 5 минут 57 секунд до конца второго периода. Валерий Карпов.
Сбрасывание в зоне нашей команды. В принципе, наверное, к Шталенкову нет претензий. Или... Да, в общем-то, конечно. Я бы не сказал, что он виновен в двух пропущенных шайбах. Знаете, небрежно защитники сыграли. Вторая шайба заброшена с пятачка. Вот неожиданный бросок Карпова. Яшин. Вот и все, 3-2. Нападающий клуба «Анахайм» в майке датской сборной России Валерий Карпов выводит нашу сборную вперед. Первая шайба нашего нападающего на этом турнире. Вот и российские флаги. Ну, впрочем, не только российские здесь. А Яшин как сыграл, умно. Да, молодец, пошел на обострение, в центр. Вытащил защитника на себя. Все нападающие поучаствовали в этой заброшенной шайбе, не только Карпов, но и Яшин, и Козлов, которые отмечены как ассистенты. 5 с половиной минут до конца второго периода. Николишин. Какой проход, а? Квартально. А, да-да-да. Вообще неплохо выглядит эта тройка сегодня. Березин играет хорошо. Я думаю, это лучший матч его на турнире. Дюшен. Хорошо отработал. Брылин назад подстраховал защитника. Ерофеев. И Ричардсон с шайбой. Напомню, пока одна шайба заброшена во втором периоде. И едва-едва канадцы. Едва-едва я это сказал, как канадцы опять сравнивают счет. Перро опять. Да, в числе лучших бомбардиров Перро теперь вышел. Ну что здесь произошло, Петр? Ну вы знаете, в третьей шайбе на льду участвует наш защитник Скопинцев сегодня. Опять потерял свою позицию. Но я не могу не отметить мастерство Перро. Ну хорошо сыграл, но в общем-то я думаю, что опять-таки Скопинцев создал момент. Ладно, я думаю, не будем вешать всех собак, как говорится, на Скопинцева. Хороший защитник. Кстати, его считают лучшим в немецком чемпионате. Он играет за Аугсбург, однако в следующем сезоне может оказаться в Кёльне, может быть, в Дюссельдорфе, а может быть, и в ТПС у Владимира Юрзинова. Ну, бывают ошибки, но ничего не поделаешь. Зато Скопинцев две шайбы забросил на турнире. Хорошо сыграл со словаками. Поэтому мы его и выделяли в той игре.
Аксю, да? Никак не удается нам оторваться от канадца. Вот посмотрите, ой, 3 опять. В 1. Где Грин. Защитник, а? Ну вот сейчас Скопинцев все-таки помешал Грину. Каспарайтис на месте нападающего центрального. Галли. Воробьев. Ну, надо отметить, канадцы очень быстро переходят от обороны к атаке. Но наши тоже сейчас сделали это быстро. Воробьев сам решил бросить. Как прекрасно Воробьев сыграл в Кубке МХЛ. Был одним из лидеров команды. Вот видите, то, о чем мы говорили. На скамейке очень доброжелательная обстановка. И игроки друг друга подбадривают, поддерживают. 2 минуты 58 секунд до конца второго периода. Федор, давайте два слова о сборной Австрии. Все-таки она довольно близка вам. Чего, на ваш взгляд, австрийцам не хватает, чтобы на равных соперничать с лидерами мирового хоккея? Мне кажется, они делают все возможное от себя. В общем-то, каждый матч стараются. Ну, а результат? Результат они показали в игре со Словакией. Выиграли эту игру. Я думаю, что пока они... взяли все то, что могли взять. Но вы работали, по-моему, с молодежной сборной. Да, 2 года я был тренером молодежной сборной. И как там таланты есть? Вы знаете, к сожалению, 2 игрока, которые были привлечены в сборную Австрии, Унтерлугауэр и Хохенбергер. Это брат защитника Хохенбергера. Из Кёльна, да, по-моему? Да, они как раз травмированы. Это очень жалко. 2 талантливых парня не смогли принять участие в этом чемпионате. Но зато вы принимаете участие как комментатор. Большое вам спасибо. 2 минуты 3 секунды до конца второго периода. Да, у канадцев пока 3 очка. Победа над командой Австрии. Ничья со словаками, поражение от немцев. И канадцы отнюдь еще не обеспечили себе место в четвертьфинале. А еще у канадцев матч с американцами. Это будет битва. Алексей Житник. А куда делся пингвин, вы не знаете? Что-то его не видно. Может быть, кто-нибудь взял его на сувенир? А, да, наверное. Я думаю, это будет самый такой роскошный сувенир, наверное, на чемпионате. Томас. Ох, Шталенков спасает ворота. Теряем игроков соперников в зоне. Да, Патычуку там не дал сейчас Ферро овладеть шайбой. Каспарайтис. Сейчас пойдет последняя минута периода. Напомню, что обменялись команды заброшенными шайбами во второй 20-минутке. У нас Валерий Карпов, а у канадцев Яник Жозеф Ферро.
44 номер. А период быстро пролетел для нас, для хоккеистов, конечно, нет. Потайчук. Николишин. Проброс. Напомню, что пока в матче сборной Финляндии и Италии 4-0. Выигрывают чемпионы мира. Но пока вот шведская команда удивляет. Ничья с итальянцами, поражение от чехов, 3 очка. А у шведов мощный состав. Кстати, пополнились, шведы пополнили свои ряды. Заявили Андерса Карлсона, заявили Юландера, Михаэля из Калгари Флейм, от клубника Германа Титова. Но Титов бы тоже приехал, но у него травма спины. Поэтому я уже говорил, ждут Олега Твердовского. 17 секунд, надо попробовать сбрасывание выиграть. Время достаточно. Попробовали и выиграли. Но тут же потеряли шайбу. Бушбергер. Итак, 3-3 после второго периода. Перерыв. Мира из 60 проведенных. Ну, помните, в конце 60-х, в начале 70-х годов из-за известного конфликта с Международной Федерацией хоккея канадцы несколько лет не участвовали в чемпионатах мира. И вот, любопытно, в 49 чемпионатах канадцы выступили, и лишь однажды, в 92-м году это было, опустились ниже 4-го места. Тогда канадцы в Праге проходил чемпионат. Проиграли 4 года назад в четвертьфинале финской сборной 3-4. А финны тогда заняли второе место. На всех остальных турнирах канадцы самое худшее были четвертыми. И в Вене выступали они 3 раза. В 67-м году стали бронзовыми призерами. Тогда я напомню, в решающем матче наши обыграли канадцев 2-1. Решающую шайбу забросил Анатолий Фирсов. А в 77-м и 87-м годах занимали 4-е место. Причем игра канадцев в 87-м году оставила такой неприятный осадок. Дело в том, что канадцы, если болельщики помнят, тогда проиграли довольно неожиданно шведам 0-9. И так сложилась ситуация, что нам надо было забивать в матче с командой Чехословакии тогда 9 шайб. Выигрывать канадцы в 9 шайб, чтобы стать чемпионом мира. Естественно, эта задача невыполнимая оказалась. 2-1 наши победили, заняли на чемпионате второе место. Хотя не проиграли ни одного матча. А шведы, потерпев 3 поражения на предварительном этапе, стали тогда чемпионами. У нас пока 3-3. В матче сборных Финляндии и Италии 4-0. Финны выигрывают. И сборная России выходит на третий период. Ну и пока есть еще у нас немножко времени, должен обратить внимание болельщиков на то, как много телеканал ОРТ отдает времени спорту. Самые разнообразные спортивные соревнования предлагают вниманию телезрителей. В эти дни, конечно, главное спортивное событие — чемпионат мира по хоккею. Но вот завтра, в субботу, в 16 часов 45 минут, только на телеканале ОРТ, состоится футбольный репортаж. Репортаж о матче чемпионата России между популярнейшими московскими командами ЦСКА и Динамо, которые неплохо выступают в нынешнем сезоне. Еще раз скажу, в 16.45 на телеканале ОРТ футбол. Великолепный матч ЦСКА Динамо Москва. Но у нас начинается третий период. Федор, что вы ждете от третьего периода? Ну, третий период я бы хотел, чтобы наша команда короче сменки делала. Все-таки усталость дает о себе знать. Играть 2 дня подряд. Да, канадцы отдыхали вчера. Да, играть со сборной Америки и канадцами 2 дня подряд — это тяжело, поэтому наслоилась усталость. Общественное российское телевидение ведет репортаж из Вены о третьем периоде хоккейного матча на чемпионате мира между сборными России и Канады. 2 периода позади, ничья 3-3. В атаке наше первое звено Яшин.
шайбой уже появились хоккеисты второго звена, который, в общем, задает тон и в этом матче, и на протяжении всего чемпионата мира. Сбрасывание. Пока пауза. Два слова об очень интересном событии, которое ждет всех любителей хоккея. Дело в том, что в этом году, болельщики знают, стартует так называемая Европейская лига. И вот 12 стран делегировали свои клубы в Евролигу. На предварительном этапе, который пройдет с 24 сентября по 10 декабря этого года, по 4 команды в 5 группах, таким образом всего 20 команд, сыграют 2 круга, так что каждая команда проведет по 6 матчей, и в группе выступит московская «Динамо». Первый матч здесь 1 октября со шведским клубом «Фериестад», где играет Фокин Сергей, игрок сборной России. В группе «С» выступает ЦСКА. Первый матч в Братиславе 1 октября проведет наш популярнейший клуб со Слованом Братиславским. После этого 8 команд, 5 победителей групп и 3 команды, которые займут вторые места и будут иметь лучшие показатели, 7 и 14 января 97 уже года встретятся в четвертьфиналах. И затем победители четвертьфиналов разыграют 25-26 января так называемый финал 4. Ну как вот в баскетболе, вы знаете, в этом году ЦСКА довольно успешно выступил, занял 3 место, я считаю, это успех для нашего баскетбола. Вот финал 4 в январе. Финал Евролиги, первого розыгрыша Евролиги. Огромный, конечно, интерес к этим соревнованиям. Ну, по 3 клуба будут выступать из Швеции, Чехии и Финляндии, по 2 из России и Германии, по 1 из Великобритании, Норвегии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и Словакии. Так что будем следить за новым турниром и, конечно, будем болеть за ЦСКА и Динамо. ЦСКА и Динамо выступят в Евролиге хоккейной, а футбольные команды ЦСКА и Динамо завтра сыграют матч чемпионата России. Ерофеев. Гелли. Воробьев. Николишин задержался. Сейчас уступает свое место Прокопьеву на площадке. Ну что, неплохо наши начали третий период, как вы считаете, Федор? Да, период начали неплохо, хотелось бы, чтобы так продолжили его. Надо все-таки побольше играть в зоне соперника, постараться. Ох, какое подключение защитника! Нет, это Прокопьев. Вот вам и четвертое звено, вторая шайба. Да, вторая шайба Прокопьева в сегодняшнем матче. Молодцы. И третий на турнире. Общественное российское телевидение ведет репортаж из Вены, из дворца спорта в Стадхалле о третьем периоде хоккейного матча между сборными России и Канады. Только что Александр Прокопьев, вот он на ваших экранах, забросил свою вторую шайбу в матче и четвертую шайбу сборной России. 4-3 сборная России выигрывает. Очень сложный матч у нас сегодня с командой Канады. Но, собственно, все матчи здесь проходят в острейшей, интереснейшей борьбе. И приятно, что наша команда выигрывает. Выигрывает со счетом 4-3. Так, Парайтис. Мне очень нравится игра Каспарайтис на этом турнире. Вы знаете, наши перехватили инициативу, хорошо закатались.
Житник. Не точно, увы. Но быстрой контратаки у нас не получится. Наши уже успели отойти назад. Это вот защитник Уэсли, Кория. И пас Грину какой. Штеленков уже обернулся, думал, что шайба в воротах. Но шайба в ворота не попала. Надо бы выбросить шайбу, сделать вбрасывание. Пауза нужна. Скорее вновь. Штеленков там клюшкой отбросил шайбу. Но недалеко. Ну, вроде бы удалось вывести нашу шайбу в среднюю зону квартальную. Березин, и вот контратака. Ай-яй-яй, обидно. Прервал Корея эту передачу. А так бы наш Кукиев с воротом выходил беспрепятственно. Мне сегодня очень нравится Березин и Карпов. Ну, Прокопьев, само собой. Две шайбы забросил. Хорошо играют вот эти трое. Акас Парайтис. Да, быстро очень команды начали третий период, уже 5.5 минут позади. Доу, 43-й номер из Буффало. 6-0. Так, к концу группового турнира финны разыгрались. Вы знаете, мне кажется, итальянцы выполнили задачу, попали в четверку, и а финны, наоборот, прибавляют от матча к матчу. Ну, вполне может такое быть, что нам придется с итальянцами играть в четвертьфинале, да? Да желательно бы было. Да уж, лучше, чем с чехами, или со шведами, или с финнами. Ой, какой пас, но вне игры. Роман Аксюта. Весь сезон за собой Анахайм тянул пол Корея, но в конце чемпионата ему пришла подмога. Два наших хоккеиста появились в составе Анахайма. Анатолий Семенов, опытнейший игрок, и Роман Аксюта. Семенов из Филадельфии, а Аксюта из Ванкувера. И очень неплохо, надо сказать, взаимодействовали с Кореей, с Тимо Селяни, который составил сборную Финляндии на этом чемпионате. Это Алексей Житник. Житник вместе с Гелли, ведущий защитник в клубе Buffalo Sabres. В общем, довольно средний по составу клуб после продажи Могильного. Только, может быть, Лафонтен выделяется. Так что вот Житник и Гелли для лидеров команды. Это Грин с шайбой. Вы знаете, канадцы должны прибавить. Четвертая игра, очков-то только три. Пол Кореев у нас. Ну, наверное, лучший игрок сегодня. Вместе с Перо. Да, сегодня выделяют скорее у канадцев. Шесть минут 21 секунда позади в третьем периоде. 4-3 сборная России выигрывает. И Грин выиграл вбрасывание. И в атаке он. И Корея там слева. Удаление. Подножка. Смирнов удаляется. Раньше Смирнов играл в ТПС. А в этом сезоне за ТПС выступали... Краснейший Фандуль, это из Латвии хоккеисты. Кстати, вот пользуясь случаем, очень приятно сказать, что сборная Латвии в следующем году будет выступать в группе А чемпионата мира.
Итак, канадцы получают численное преимущество. Грин, естественно, на площадке. Ферраро, Кория. А у нас Карамнов, Воробьев, Каспарайдис и Ерофеев. Это Трэвис Грин. Уэсли. Вновь Уэсли. Не дает бросать. Ферраро. Грин. И Ферраро тут пытается добить шайбу, но вот все-таки атакует его наш хоккеист. Каспарайдис. Кория. Спокойно вывели шайбу в среднюю зону наши хоккеисты. Еще минуту и 10 секунд предстоит играть в меньшинстве нашем. Надо бы сменку сделать, устали уже. Вот Яшин появился и сразу пошел вперед. Удалось замениться. Кория. Дюшен. Боджер. Внимателен там житник на пятачке. Вновь Боджер. Третьего периода канадцы опять сравниваются. И опять Перо. Все три. Во вчерашнем матче сборных Швеции и Италии нападающий сборной Швеции Юнас Бёрквист, опытнейший хоккеист, который сыграл, как мне сказал Василий Коношенок, корреспондент Тартас, который все буквально знает об игроках, который сыграл более 250 матчей за сборную Швеции. Вот Юнас Бёрквист сделал хет-трик. И сегодня второй хет-трик на чемпионате. Перро, его автор. Реализовали канадцы численное преимущество. А Перро все получше снайпера вошел. От Кюта. Насколько я знаю, Роману Аксюте немножко не здоровилось перед этой игрой. Это он жаловался на самочувствие. Да, было небольшое недомогание. Вообще-то какая-то эпидемия. Журналисты все заболели гриппом дружно. Вы знаете, смена температуры идет. В общем-то, небольшое похолодание в Вене. Может быть, с этим связано. Фокин. Николишин. Это пас был на Аксюту. Девять с половиной минут сыграно в третьем периоде. 4-4. Ферраро. И Грин там успел к шайбе раньше Ерофеева. Инициатива сейчас у канадцев в эти минуты. Да, после заброшенной шайбы перешла
инициатива канадцам. Боджер. Томас. Томас, Перо и Кория. По ходу матча канадские тренеры варьируются в том, вот, наверное, нашли оптимальный вариант этого звена. Вот такая комбинация изящного исполнения нашей сборной. Прокопьев. Томас. Вне игры. Рэй Ферраро на ваших экранах. Опытнейший нападающий. 12 сезонов провел в НХЛ. Но начал этот чемпионат в Рейнджерс, а закончил в Лос-Анджелесе. Карамнов. Так, смело пошел вперед, бросок поворотом. Вот мы в предыдущем репортаже отмечали как раз, хорошо раскатывается Карамнов без шайбы. Ему бы вложить в это время шайбу, вот смотрите, как сейчас. И получается хороший проход, опасный момент. Ну вот пингвин ушел, Булли. Может быть, ему лучше появиться опять, чтобы поддержать как-то нашу команду. Воробьев. Копинцев. Ой-ой-ой. Поменьше надо в своей зоне сейчас шайбой. Карпов. И передача туда на пятачок. Братцев. 8 минут 13 секунд до конца третьего периода. Воспитанник Екатеринбургского хоккея Алексей Яшин. Он в этом звене, конечно, задает тон. В Оттаве он, в Оттаве Сенатор, безусловно, сильнейший игрок. Но тяжело одному тащить, что называется, всю команду. Фокин. Тайчук там рвался к воротам. Русский экспресс. Так чешские журналисты окрестили Андрея Потайчука. А в атаке 10 номер Мэй. По-моему, канадцы там с излишним энтузиазмом атаковали Шкалентова. Финны выигрывают у итальянцев. Но Федор быстрее реагирует на объявление диктора, потому что он в совершенстве знает немецкий язык. Так, у финнов будет 5 очков, у итальянцев тоже 5, и 5 очков у сборной Чехии. Вот эти три команды обеспечили себе, наверное, уже место в четвертьфинале. И у шведов пока 3 очка. И впереди матчи с финнами и встреча с командой Норвегии.
Норвежцы тут хорошее впечатление оставляют. Две ничьи. Норвежцы сделали с командами Чехии и Финляндии, с лидерами европейского хоккея. Эта болельщица полюбилась режиссером австрийского телевидения. Наверное, эти последние минуты очень долго будут идти. И канадцы будут применять самые разнообразные приемы, чтобы вывести наших, наверное, из равновесия. И канадцам, конечно, тоже нужны очки. Очень нужны. Как вы думаете, канадцы клюшки замерять не будут у наших игроков? Все возможно. Возможно? Ну, у нас, у наших хоккеистов с клюшками все нормально. Перед игрой... Как раз мы обладаем таким прибором для измерения клюшек. И у Скопинцева были сомнения насчет своей клюшки. Как раз замерили. Оказалось, что все в порядке. Аксюта. Вот. Я чуть поспешил. Вбрасывание. Канадские болельщики подъехали в последние дни. Стараются не отставать от финских. Я представляю, что сегодня устроят финские болельщики по поводу победы в сборной. Да и немецкие болельщики шумно праздновали дневную победу своей сборной над австрийцами. Я знаю, сборная, среди болельщиков очень популярен сборная Финляндии хоккеист Ярмо Мюллес. И мы тут встретили как-то 15 человек, все были одеты в свитер с фамилией Мюллеса. Сегодня, наверное, все болельщики оденутся в этих свитерах. Насколько усилит нашу сборную Олег Твердовский, если он приедет? Как вы думаете? Да, вы знаете, это, конечно, большой талант. Но я не видел его в действии, так что мне трудно судить. Все надеются на помощь, конечно. Все надеются на Детройт, во-первых, что Детройт выиграет. Ну, Детройт в этом году вне конкуренции. Благодаря нашим. Минут 33 секунды до конца третьего периода. Каспарайтис. Да, пожалуй, Каспарайтис, вы правы, сегодня сильнейший защитник у нас. Хорошо проводит встречу. А вас при российское телевидение принимают? Телеканал ОРТ? В Вене. В Вене. Да. Тогда... Я думаю, наши хоккеисты завтра смогут посмотреть матч чемпионата России по футболу. 16:45 начало репортажа на телеканале ОРТ. Матч чемпионата России «Динамо» ЦСКА. Очень интересный матч, я думаю. Воробьев. Яшин. Вот на короткий срок Яшин приехал в октябре в ЦСКА, сыграл несколько матчей, и сразу бросилось в глаза его мастерство. То есть, как видишь, вообще все умеет Яшин, для него никаких секретов нет в хоккее. Да, в общем-то, это бесспорный лидер нашей сборной. Фокин. Успеет Ерофеев? Нет. Успел все-таки. Но не точно. Мэй.
Рационе. Ну, резерв есть у нашей сборной, как вы считаете? Да вы знаете, я думаю, если матч закончится в ничью, то я, две команды будут довольны результатом. Да, позиции нашей сборной ничейный результат не изменит. Все равно мы будем на первом месте. Американцы на втором. В случае равенства очков, кстати говоря, Сергей Березин, учитывая, что будут результаты встреч между собой, а мы американцев вчера обыграли 3-1. Николишин выкарабкал буквально шайбу у канадских защитников. Ричардсон ведет с ним борьбу, но Николишин так просто не уступает. Батайчук атаковал. Вот активно сейчас эта смена очень наша играет в зоне соперников. Но удалось прижать шайбу канадцу. 4 минуты 3 и 17 секунд до конца третьего периода. Девять-два финны выигрывают. Что-то итальянцы сегодня совсем развалились. Перепраздновали, может быть, успех в предыдущих матчах. Итак, вбрасывание в зоне Джозефа. И бросок такой поворотом. Перо. Итак, послезавтра у нас матч с австрийцами. И на телеканале ОРТ будет репортаж о третьем периоде этой встречи. Владимир Филиппович Васильев. Вот мне кажется, что очень важно. Ведь Владимир Филиппович прекрасный психолог. Может очень хорошо настроить хоккеистов. Тренеры не только важно учить игроков играть в хоккей, очень важно и воспитывать их, быть наставником, хорошим педагогом, чтобы... Ну, этих игроков в хоккей учить не надо, они многое умеют. Но я вспоминаю просто, как Васильев еще работал в «Химике», как он создавал великолепную команду там. Очень кропотливо, очень долго. И в конце 80-х годов «Химик» обыгрывал регулярно московских армейцев. Удаление. У нас шанс. У нас отличный шанс. Гелли. Второе удаление сегодня. Итак, за 3 минуты и 22 секунды до конца третьего периода сборная России получает возможность реализовать численное преимущество. У нас вышло первое звено. Звено Яшина. С Мироновым и Житником в обороне. Сергей Фокин был на ваших экранах.
Карпов. Не попал по шайбе Майер. Не удалось ему выбросить шайбу из зоны. Ясен. Миронов. Вновь Ясен успел и... Ну! Вторая шайба Карпова. 5-4. Прекрасно, прекрасно наши забирали. 49 секунд понадобилось сборной России, чтобы в третий раз в сегодняшнем матче реализовать численное преимущество. И наша сборная в четвертый раз выходит вперед. Ну, полностью тут запутали канадскую оборону наши хоккеисты. Для канадцев просто темный лес это какой-то. Вот эти все перемещения, передачи. Ну и наша сборная очень прибавила в реализации, конечно, большинства. Сегодня утром не было раскатки. Тренеры дали возможность команде подольше поспать, отдохнуть после вчерашней игры. А вчера перед игрой с американцами с утра на раскатке команда полчаса... Я закончу мысль. Так вчера на раскатке полчаса наша сборная занималась только большинством. И вот смотрите, как прибавили ребята. Появилось взаимодействие, взаимопонимание. 2 минуты до конца третьего периода. 5-4 сборная России выигрывает. Я напомню, что в первом периоде полкорея. Канадец открыл счет. Но уже в первом периоде наши забросили 2 шайбы подряд. Житник сравнял счет, Алексей реализовал численное преимущество. Прокопьев вывел нашу команду вперед 2-1. Однако в первом же еще периоде Перро сравнял счет 2-2. И после второго периода была ничья 3-3. У нас отличились Карпов и Перро у команды Канады. В третьем периоде пока счет 2-1 в пользу сборной России. В третьем периоде. И 5-4 сборная России выигрывает. Прокопьев вывел нашу сборную вперед. Перро сравнял счет, и Карпов забросил 5-ю шайбу несколько секунд назад. 3 шайбы Перро забросил у канадцев, у нас по 2 Карпов и Прокопьев. И за 58 секунд вбрасывание, за 58 секунд до окончания матча. Очень трудно канадцам будет теперь. Если они проиграют 3 очка матч с американцами... У канадцев 400... есть над чем подумать. Тайм-аут. Тайм-аут. Будут снимать вратаря, наверное. Да. Канадские тренеры взяли тайм-аут. Том Ренни. Это один из его помощников. Интереснейший матч. События постоянно меняются. Канадцы сначала были впереди, потом наши все время вели в счете. Самый кульминационный, самый напряженный момент в этой встрече. За 58 секунд вбрасывание в зоне российской сборной, в зоне Михаила Штоленкова. И вот Куртис Джозеф, он, естественно, справа. А слева Мартин Брадо. Второй вратарь, чей отец играл за сборную Канады на Олимпиаде 56 года. Наш тогда, по-моему, 2-0 выиграли у канадцев. И выиграли золотые олимпийские медали.
Вот ворота тогда канадцев защищал отец Мартина Брадо. Но это к слову. Как вчера забросили в пустые ворота американцам. Почему бы сегодня не повторить? Еще 45 секунд. И канадцы в атаке Ферраро. По левому флангу вошел в зону российской сборной. Там с ним активно ведет борьбу наш защитник. Ферраро его за шею схватил. У нас первое звено удаление. Удаление у нашей команды. Да, Миронов. Да. Вы знаете, Миронов показывает судье, что перед этим было удаление у канадцев. Но судья не отреагировал. Толчок соперника на борт. Ну и ну, ну и испытание устроили нам хоккеисты. Толчок соперника клюшкой, да. Теперь уже наши тренеры берут тайм-аут. 30 секунд до конца матча. Итак, за 30 секунд до окончания матча сборных России и Канады 5-4. Российская команда выигрывает. Прокопьев дважды у нас забрасывал шайбы Карпов. Дважды Житник. У канадцев отличились Корея. И три шайбы забросил Перро. Канадцы сначала вели в счете, потом все время догоняли наших. И вот несколько минут назад Валерий Карпов реализовал численное преимущество, вывел нашу сборную вперед. И сейчас 6 полевых игроков в составе канадской сборной. Здесь и Ферраро, и Перро, и Корея, и Грин. Все лидеры команды. И четверка наших игроков. Удален Миронов. 30 секунд, 29. Вновь сбрасывание. Кого поддерживают зрители, Федор? Наших или канадцев? Да я думаю, зрители в данный момент за канадцев. Итак, вбрасывание. Вбрасывание в зоне российской сборной. Шайбы Перо. Автор трех шайб в наши ворота сегодня. Корея. Передача за ворота. Шайба возвращается к Корее. Пас защитнику. Дюшен атакует. Удалось также выбросить шайбу в среднюю зону. Устремился к ней Алексей Яшин. И гол. 6-4. Как и вчера, в матче с американцами наши же на последних секундах забивают шайбу за 5 секунд до конца матча сборной России. Забивает шестую шайбу. Капитан нашей команды Алексей Яшин в пустые ворота отправляет шестой гол. 6-4. Победа? Да, теперь победа. Победа и 8 очков. Безоговорочное лидерство в группе А. И более того, наши досрочно обеспечили первое место в группе. Два матча в запасе у американцев, даже если они их выиграют, наши по личным встречам будут выше стоять в турнирной таблице. Все, мы будем играть с четвертой командой группы Б. Когда это определится, сложно сказать, наверное, в последний день турнира в группе Б. Запутанная ситуация. Трудные победы наша команда здесь одерживала. Но победы. Такие ценные, такие важные. И все. 6-4. Сборная России выигрывает у канадцев. И на этом общественное российское телевидение заканчивает прямой репортаж из Вены, из дворца спорта Штатхалле. Сегодня для вас работали Федор Канарейкин и Андрей Голованов. До новых встреч. Успехов вам. До свидания.